4 месяца музей «Искитима» не принимал гостей. Выставки работали только по интернету. В минувшую пятницу музейные экспозиции открылись для посещений. Правда, в связи с пандемией в новом формате. Какие условия нужно соблюдать и как сотрудники готовились к открытию, смотрите в нашем сюжете. Теперь обязательный атрибут при посещении музея – это защитная медицинская маска. Ее нельзя снимать на протяжении всей экскурсии. Если посетитель пришел без нее, сотрудники поделятся средством защиты из своих запасов. На входе необходимо обработать руки антисептиком и измерить температуру. Если у человека нет признаков ОРВИ, то есть повышенной температуры, свыше 37 градусов, человек может посмотреть наши выставки и экспозиции. Опять же, согласно требованиям к музеям, сделана маршрутизация, так называемая, в музее, то есть специальные полосы наклеены на полу, поток посетителей в одну сторону по коридору, по залу не должен пересекаться с потоком посетителей в другую сторону. На полу нанесены разметки с напоминанием соблюдения безопасной дистанции. При посещении музея группами более 5 человек они будут разделены на подгруппы. Сейчас уже звонят люди, спрашивают, можно ли привести класс или там прийти группой. Мы всем объясняем, класс можете привести, да, но если вы приводите 30 человек, например, как обычно, мы делим на несколько подгрупп, и в одном зале 5 человек, в другом зале 5 человек, потом экскурсоводы меняются между собой, то есть всех примем, но чтобы рядом находилось не более 5 человек. Наша съемочная группа встретилась с первыми посетителями музея. Это жительница Искитима и ее гости из Ханты-Мансийска. Долго мы сидели на самоизоляции, пойти некуда, и музей. Это, я считаю, что для Искитима самое главное – достопримечательность нашего города. Какие экспозиции можно посмотреть в музее в настоящее время? «Мое счастливое детство» – картины местного художника. «Летние пейзажи» – из фондов музея. Выставка резиновых советских игрушек из частной коллекции. Сотрудники уже начинают готовиться ко дню города. Будут представлены уже названные выставки. Также будут оформлены выставки новые. Это картины, посвященные Искитиму, картины, написанные искитимскими художниками, мастерами. Будет проходить в онлайне также мероприятие, это квиз по Искитим фотографиях. Будет проходить онлайн-экскурсия по художникам, которые были участниками войны. Перед открытием помещения музея прошли полную дезинфекцию. Обработка всех поверхностей проводится каждые 2 часа. Сейчас сотрудники завершают оформление выставочных залов.